понедельник в рамках первенства России по футболу текстильщик принимал на своем поле костромской «Спартак». Для нашей команды этот матч крайне важен, ведь всего 3 очка отделяют ее от лидерства в турнирной таблице. Даже травмированный в пятничной встрече с Вологдой Константин Подкорытов, вопреки медицинским показаниям, вышел на поле. Но, к сожалению, чудо не произошло. На 35-й минуте первого тайма костромичи забили гол в наши ворота. До конца игры текстильщик так и не отыгрался. Итог встречи 0-1 в пользу гостей.